Джеффри Иммельт, девятый председатель совета директоров корпорации General Electric, сказал: самое лучшее, что может сделать компания для общества, это создать рабочие места. Я думаю, с этим можно согласиться. Ларри Эллисон, основатель и руководитель компании Oracle, высказался так: не думайте, что они правы, потому что они авторитеты или эксперты. Думайте сами. Как нельзя лучше подходит, ну, буквально ко всему. Потому что все эти авторитеты, в современном мире, особенно современные авторитеты, они только нацелены на то, чтобы извлекать прибыль. Особенно, что касается здоровья. Золотые слова. Думайте сами во всем.